Всем привет! Мы продолжаем серию наших роликов о наших сортах во всех способах приготовления. Спасибо за ваши комментарии к нашему первому ролику «Муссонному Малабару». Кстати, в одном из комментариев нам написали такое хорошее замечание, что это была реклама ни о чем. Хочу сразу сказать, что эти обзоры не являются рекламой и не носят рекламный характер. Я всего лишь хочу поделиться с вами своими впечатлениями от всех наших сортов во всех способах приготовления, которые мы рекомендуем. Дегустировать кофе – неотъемлемая часть моей работы, и это то, что я делаю здесь, на камеру. Сегодня у нас другой сорт из группы D. Я постараюсь быть непредвзятым, что будет сложно, поскольку это один из двух моих любимых сортов в нашем ассортименте. Итак, сегодня с нами Колумбия Антиохия Сан-Паскуаль сухой обработки. Сан-Паскуаль – это финка. Финка по-испански – это ферма. Сан-Паскуаль – это одна из ферм компании Санта-Барбара Эстейтс. Она расположена в муниципалитете Фредония, департамента Антиохия на севере Колумбии. Итак, мы сегодня варим этот кофе в разных способах приготовления. На каппинге я поставил ему 88 баллов. Это очень высокая оценка. 88 баллов из 100. 90 баллов я ставлю только по большим праздникам. Это для меня большая радость, когда на столе оказывается кофе, заслуживающий 90 баллов. Это очень интересный кофе. Почему? Потому что он сухой обработки и потому что он из Колумбии. Дело в том, что Колумбия только недавно начала эксперименты с сухим кофе. Этот Сан-Паскуаль – это вторая партия сухого кофе от замечательной компании Санта-Барбара Эстейтс, которой руководит молодой парень примерно моего возраста, которого зовут Педро Энчавария. Я был у Педро летом 2014 года и смотрел то, что он делает. Педро получил образование в Штатах, по-английски он разговаривает явно лучше, чем я, и вообще имеет такой нормальный, хороший склад ума. Они проводят целую серию экспериментов. Например, они разрабатывают с каким-то колумбийским инженером машины для сушки зерен в пергаментной оболочке. Это во время мытой обработки. Для того, чтобы профилировать сушку, то есть сушить кофе по определенному профилю. То же самое, что делаем мы при его обжарке. Кроме того, они пытаются управлять ферментацией, которая возникает также при мытой обработке. Зерна в пергаментной оболочке, покрытые клейковиной, погружаются в ферментационные резервуары, наполненные водой. Так вот, контролируя температуру воды, Санта-Барбара Эстейтс замедляет процесс ферментации. Кроме того, как говорит Педро, разные бактерии активизируются при разной температуре. Соответственно, в чашке мы получаем другой немножко вкус. Оба раза тогда в Колумбии на слепых каппингах я с коллегой выбирал именно кофе холодный или, как ее также называют, управляемой ферментацией, потому что он был слаще и сбалансированнее и чище, чем другие мытые арабики из Колумбии на столе от того же производителя. Итак, способ номер один – турка. Нам дали хорошую идею в комментариях – использовать прозрачную посуду. Купить чашки мы еще не успели, поэтому я взял из дома вот этот стакан, из которого я обычно пью дома кофе. Правда, я пью кофе в воронке, и, наверное, для воронки такой стакан подходит лучше. Почему? Большое расстояние от напитка до края стакана, на мой взгляд, способствует тому, что вы лучше вдыхаете ароматы кофе. Конечно, лучше бы иметь что-то вроде бокала для бургундии, для того, чтобы пить кофе. Но нужно толстое стекло, потому что кофе горячий. И я еще пока такой посуды не нашел. Но все впереди. Итак, первый способ – турка. Сан-Паскуаль в турке прежде всего напоминает мне сухофрукты. Это что-то вроде чернослива. Это что-то вроде сушеных абрикосов. И, возможно, персиков. Также есть некоторая сладость, так называемый фермент, который очень часто присутствует в кофе сухой обработки. Лично для меня этот привкус очень приятный. На остывании кислотность становится более интенсивной. Кофе начинает играть большим количеством оттенков вкуса. По-моему, это отличная чашка в турке, я ей очень доволен. Он очень интересный, очень разнообразный. В принципе, это то,
это то, что кофе может вам дать, то, что кофе может открыть. Вот эти вкусовые ощущения, вот эти действительно такие вкусовые откровения, я бы даже сказал. Это что-то, что выделяет кофе среди всех остальных продуктов и напитков, которые нам приходится пить. Вкус ароматических компонентов в кофе больше, чем в любом другом продукте на Земле. И, конечно, все эти компоненты проявляются в первую очередь в кофе уровня Сан-Паскуале, в светлой обжарке. Обязательно свежий кофе мы берем. Сейчас мы пьем кофе, который был обжарен в субботу, сегодня четверг. Ему одна неделя, совершенно нормальный срок. Итак, продолжаем готовить наш кофе разными способами приготовления. И на очереди у нас гейзерная кофеварка или мока. Надо сказать, что кислотность этого кофе в гейзерной кофеварке получилась выражена больше, чем в турке. И, соответственно, он больше напоминает уже не чернослив, а скорее более такой абрикосовый у него оттенок. При этом вот эти ферментированные ноты напоминают нам немного абрикосовое варенье или, возможно, компот из абрикосов с добавлением сахара. Кофе очень вкусный, очень сочный, и даже совершенно не хочется его сплевывать. Хотя, я думаю, к концу ролика меня уже начнет немножко подергивать и потрясывать. Следующий способ у нас будет эспрессо. Посмотрим, что мы сможем приготовить из этого кофе в нашей простенькой эспрессо-машине. У нас здесь стоит Лапавони Евро Пикколо. Посмотрим, что у нас получится, потому что обжарка очень светлая, и всегда с эспрессо из светлой обжарки работать намного сложнее, чем с эспрессо темной обжарки. А пока Дима готовит эспрессо, я хочу коротко напомнить, что у нас есть три группы сортов. Группа B – это темная обжарка, группа C – средняя, и группа D – светлая. Группа D в первую очередь заточена под фильтр, под воронку и кемикс, но также, как вы видите, мока, турка, аэропресс, они все прекрасно переваривают светлую обжарку. А группа B в первую очередь подходит для автоматических кофемашин и эспрессо. Готовить группу B в воронке я не рекомендую. И готовить группу D в автоматических и совсем уж бытовых простых эспрессо-машинах я не рекомендую также. Рекомендую обращать пристальнейшее внимание на воду, которую вы используете. Мы используем в офисе воду Норинга. Дома я использую воду Бонаква, потому что она продается практически везде. Еще один важный фактор, чтобы получить правильную чашку кофе, это хорошая кофемолка. Здесь мы используем сейчас Orphan Espresso Lido 2, ручная кофемолка, на которой можно получить прекрасный помол от турки до френч-пресса. Итак, следующая чашка эспрессо. Но это, конечно, песня. Здесь иначе не скажешь. Яркий, сочный эспрессо из кофе светлой обжарки, сухой обработки. Это очень интересный опыт. Если вы любите эспрессо и хотите попробовать что-нибудь новое, обязательно попробуйте поэкспериментировать с кофе такого рода. Вкус настолько интенсивный, настолько он активно переливается по ротовой полости, что даже сразу не сообразишь, что это такое. Это точно и персики, и абрикосы, и какие-то тропические фрукты. И что-то дает такую яркую-яркую кислотность, которая не лимонная, а скорее ближе к гранатовой такой кислотности, которая немножко другая. Кстати, что интересно и любопытно, вот заявленный забродившей клюквы я пока не замечаю во всех этих трех способах приготовления. С одной стороны, конечно, способ накладывает отпечаток. С другой стороны, и зеленый кофе лежит. И по мере его старения вкусовые оттенки, которые он дарит, могут меняться. В
какой-то момент времени они начнут меняться в худшую сторону. Но сейчас, пока кофе, я имею в виду зеленый кофе, еще достаточно свежий, это летний урожай, то есть ему сейчас чуть-чуть более полугода, он хранится в Grain Pro. У него еще есть время где-то до следующей осени, пока он будет совершенно адекватным и нормальным. Но именно вкусовой его профиль может немножко вот так вот как бы варьироваться в каких-то интересных пределах. На остывании эспрессо крайне концентрированный, он прямо-таки вторгается в ваше сознание своими вот этими разными нюансами. Даже если не знаешь, если ни разу не пробовал такой кофе, то с трудом сможешь догадаться, что это вообще кофе. Настолько он обладает таким ярким, взрывным и по-своему, по-хорошему, сумасшедшим характером. Это очень хороший кофе, чтобы удивить, например, человека. Потому что такой кофе можно выпить далеко не везде. Хотя есть множество мест, где готовят именно такой кофе. Очень доволен, очень хороший эспрессо. Хотя я эспрессо практически не пью, предпочитая более разбавленную воронку. Но этот эспрессо бесподобен. Он очень хорош. И следующий способ приготовления – френч пресс. Очень интересный аромат дает кофе. Сначала вы слышите какие-то хлебные ноты, как от свежеиспеченного хлеба, но затем за ними начинают угадываться уже фруктовые оттенки. Ну что ж, попробуем. Кофе еще очень горячий, но сразу хочется отметить то, что во френч-прессе он получается более разбавленным, менее концентрированным, чем в тех трех способах приготовления, в которых мы его сегодня уже готовили. В турке, в моке и, разумеется, в эспрессо. Это очень мягкий, освежающий напиток с достаточно богатой вкусовой палитрой, в которой, наконец-то, начинают уже прослеживаться оттенки клюквы, о которой я говорил. Возможно, это все-таки больше забродившая клюква. Она мне напоминает, с одной стороны, клюквенную настойку, и на выдохе вы почувствуете вот это вот послевкусие, которое проявляется, когда вы выдыхаете после того, как совершаете глоток. Также я помню, один раз я был на севере и пробовал там клюкву, это был, по-моему, апрель или май, снег только начинал таять, и я пробовал клюкву, которая созрела осенью и провела всю зиму под снегом, то есть она заморозилась, потом начала размораживаться, и вот я ее тогда пробовал. Это очень-очень-очень похожее ощущение, вот этот кофе у меня всякий раз вызывает, когда я его пью в воронке. Сейчас мы его готовим во френч-прессе. Другая ассоциация – клюквенная настойка. Кто-то, может быть, скажет, что это все-таки брусника, но, по-моему, это все-таки ближе к клюкве. Приятная насыщенность, кофе достаточно округлый, и эта чашка во френч-прессе, она, конечно, по-своему незабываемая. Яркий, интересный и сочный кофе, такой, в принципе, каким кофе по-хорошему и должен быть. Это одна из уже таких вершин кофейного вкуса, собственно говоря, точнее не вершина, а даже я бы сказал, это одна из точек на плато кофейного вкуса, где, собственно говоря, находятся все вот эти интересные вещи, которые этот замечательный продукт и напиток готов нам предоставить. И сейчас мы будем пробовать его в следующем способе, а это у нас уже аэропресс. В аэропрессе Сан-Паскуаль получается более утонченным, чем в других способах приготовления, которые мы сегодня испытывали. Кроме, конечно, эспрессо, где он стоит особняком и воспринимается очень агрессивно за счет высокой концентрации кофе. Он яркий, игристый. Он, знаете, мне всегда напоминает, он напоминает мне такое подогретое белое вино. Хорошее белое вино, которое нагрето до какой-то температуры, это особенно отчетливо ощущается и на глотке во вкусе, и в послевкусии. У вас прям послевкусие, как от белого вина, с его вот этой вот кислотностью, характерной для белого вина. Очень вкусный кофе. Ну а теперь мы перейдем, наконец-то, к тому способу, в котором я пью Паскуаль сам, а именно к воронке.
Встречаем. В принципе, я, наверное, могу рассказать, что здесь будет, даже не пробуя. Потому что именно так я завариваю этот кофе практически каждый день. Наряду с моим другим любимчиком, которого я раскрою, наверное, в каком-нибудь другом ролике. Смотрите, не знаю, насколько это видно на видео, но напиток практически прозрачный. Он консистенции чая. И при таком способе у вас максимально проявляются вкусовые особенности этого сорта. Они ничем не затуманены, не закрыты. Вы не отвлекаетесь на текстуру, которая возникает дополнительно от использования таких способов, как турка или мока. И вы, в общем-то, наслаждаетесь прозрачным, ярким вкусом в своей чашке. Да, вот здесь, как всегда, смотрите, с одной стороны у нас идет вот эта клюква, забродившая клюква, с другой стороны к ней добавляется ферментированность, это такой сладковато, можно сказать, гниловатый оттенок, но гниловатый в очень хорошем смысле, совсем немножко этого оттенка в нем есть, и я встречал людей, которым он не нравится, но в основном кофе сухой обработки находит популярность. И еще есть совсем небольшое количество каких-то таких хлебно, может быть, злаковых оттенков. Самая малость, буквально как щепотка соли на дыне, примерно так же. Основной, конечно, профиль – это забродившая клюква или забродившие красные ягоды, типа красной смородины или клюквы, или брусники, или, возможно, комбинация этих трех ягод. Это очень чистый, прозрачный, хороший кофе. В общем-то, это то, что кофе может нам подарить. Это то, что кофе готов нам раскрыть, и в этом он, конечно, будет сложнее вина, и количество оттенков, которые у вас будет пробегать, количество вкусовых ассоциаций, которые вы будете испытывать, когда вы пьете такой кофе, конечно, будет очень-очень-очень существенным и интересным. Опять-таки, как и в случае с Аэропрессом, но только еще больше, у меня сильная стойкая ассоциация с подогретым белым вином. Действительно, кофе на него очень похож, и этим он особенно интересен. Для меня Сан-Паскуаль в воронке на сегодняшний день это один из лучших, если не лучшее предложение из того, что мы на сегодня имеем. Но именно в воронке. Когда вы варите кофе в воронке, очень важно подойти внимательно к деталям. Первое – кофемолка. Конечно, она должна быть жирновая, ни в коем случае не ножевая. Второе – вода. Опять-таки, Норинга для офиса в 19-литровых бутылках или Бонаква для дома. 3. Технология заваривания. Общее время пролива. Мы используем 14 грамм кофе на 250 миллилитров воды. Общее время пролива составляет 2.15-2.30. Это время поможет вам понять, насколько правильный помол вы используете. Заварив этот кофе в воронке с соблюдением всей технологии приготовления, вы получите действительно первоклассную и превосходную чашку прямо у себя дома на кухне. Это просто супер. Отдельно хочу сказать о послевкусии. Послевкусие после этой воронки держится около 30-40 минут. То есть все это время у вас будет во рту вот такое приятное послевкусие, которое тоже очень похоже на послевкусие белого вина. На сайте мы рекомендуем кофе для фильтра. Но фильтр это не только воронка, это также и кемикс. Конечно, кемикс очень похож на воронку, они практически братья-побратимы. Но кемикс всегда получается, на мой взгляд, немножко более разбавленным, немножко чуть-чуть, самую малость менее концентрированным, чем воронка. Я думаю, это вызвано тем, что хотя мы и кладем больше кофе, соотношение остается примерно похожим. А помол кофе для кемикса, конечно, крупнее, чем для воронки. И, соответственно, экстракция у нас протекает чуть-чуть в меньшей степени, чем в воронке. Ну, давайте все-таки попробуем этот кофе в кемиксе, потому что он действительно заслуживает того, чтобы его попробовать всеми доступными способами. Итак, Колумбия Антиокия Сан-Паскуаль в кемиксе. Вкус практически такой же, как в воронке. Мы наблюдаем все те же вкусовые оттенки. Это и клюква, и фермент, и какие-то чуть-чуть, самую малость, хлебные вещи. Очень-очень хороший, приятный и ровный кофеек. А сегодня у нас для вас есть еще один интересный момент, не связанный с кофе. Один из наших покупателей прислал мне вот эту замечательную штуку. Там внутри баночка с медом.
А для пчел, которые делают этот мед, мы отправляли джутовые мешки для того, чтобы как-то этими джутовыми мешками утеплять то ли ульи, то ли что-то. Я, к сожалению, в этом нисколько не разбираюсь и не могу сказать конкретно. Но я бы хотел попробовать этот мед, и мы посмотрим, что у нас получилось. Мне уже нравится этот мед, судя по тому, как он переливается по банке. К сожалению, не могу показать во всей красе, потому что он просто выльется из банки. Сейчас попробуем. Мед тоже крайне интересный продукт, крайне сложный и со множеством интересных вкусовых оттенков. Мне кажется, это разнотравие. Такой он очень яркий, с хорошим таким, как цветочным оттенком, который часто встречается в кофе из Эфиопии мытом. Например, как в Эфиопии эргачив. Очень хорошая сладость у меда. Она ни в коем случае не слишком высокая, очень такая ровная. Очень приятный, вкусный и сочный мед. Отличный мед. Спасибо, Андрей. Я буду есть этот мед, наслаждаться этим медом. После чашки Колумбии Сан-Паскуаль мы прощаемся. До новых встреч. Мой телефон ниже, электронная почта ниже. А также вы можете разместить ваши комментарии внизу к этому видео, которые я все буду читать и на все буду отвечать. Спасибо, что были с нами.